Доброго дня всем! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу, как пожарить очень вкусную рыбу, которая называется мойва. Первое, что нужно сделать, это нужно ее почистить, в середине головки отрезать, сверху почистить, помыть ее хорошо и посолить. Рыбка не любит, чтобы ее пересаливать. То мы пользуем только две специи, которые мне нравятся, это соль и чеснок. Очень вкусные специи. Я пользуюсь почти на все блюда, которые я делаю. Также есть еще вегета. Здесь есть очень много разных специй. То можно эти две специи пользовать и присолить нашу рыбку. Еще я люблю ставить салфетку, когда мы помыли рыбку, чтобы всякая влажность она втянула в салфетку и рыбка не была очень сильно мокрой. И потом, когда мы посолили, мы потом обмакиваем ее в муку. И после того мы ставим ее сюда. Это наша первая часть уже. Вот. Мы ее перевернули. И жарим где-то 2-3 минутки на каждой стороне. И выбираем на противень, которые есть рядышком, и там стоит салфетка для того, чтобы все вытереть оливье, которое было после того, как мы пожарили ее. Если вы кушали эту рыбку раньше, то вы знаете ее вкус. А если нет, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями. И до встречи на следующей видео.